каждый балаковец знает, что Свеча памяти Балакова – это традиционная акция, которая проходит уже в этом году, 4-й год подряд. Мы решили выложить изображение полевой медсестры для того, чтобы почтить память тех медработников, которые были в годы Великой Отечественной войны и которые сегодня также на передовой в борьбе с коронавирусом. А когда уже это все зажигается, когда звучит гимн, и особенно когда идет минута молчания, очень захватывает дух и прям наворачиваются слезы.